Высокие требования к успеху и к благополучию загоняют нас в рамки нагрузок и различных стрессов. Что такое стресс в большом городе и сколько человек может его выдержать? Как не допустить на себя давление общества? Поговорим об этом сегодня. Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». Вы тоже можете стать участником нашей программы. Звоните к нам на Skype ETV_TV, оставляйте вопросы и комментарии на нашем сайте, а также по телефону прямого эфира 376-45-88. Итак, у нас сегодня в гостях заведующий неврологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер 23 Гусев Вадим Винальевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший преподаватель кафедры управления персоналом и психологии УРФУ, бизнес-тренер и практикующий психолог Вильгельм Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И герой нашей программы, девушка, которая много трудится, профессиональный хедхантер Мария Пелевина. Ну что ж, друзья, вот для того, чтобы разобраться в теме нашей сегодняшней передачи, нам нужно дать определение, что же такое все-таки стресс. Как вы думаете? Вот со стороны, с точки зрения психологии, что такое стресс? Наверное, сейчас с точки зрения медицины. Ну да, с точки зрения медицины здесь, наверное, более просто, а может быть, более сложно. А с точки зрения медицины стресс – это эволюционная реакция организма. То есть в любом случае любой живой организм на Земле, не только человек, при стечении каких-то обстоятельств, неожиданных обстоятельств, испытывает какую-то реакцию. Вот эта реакция называется стрессом. Причем она характеризуется абсолютно однотипными такими ответами организма. Покраснение, побледнение, потливость, сердцебиение, повышение давления. Ну, как правило, организм, будем говорить о человеке, да, человек готов к какой-то опасности, к изменению окружающей обстановки. Ну и, соответственно, чтобы лучше преодолеть эту опасность, человек вот как-то мобилизуется. То есть вот это и называется стрессом. Это классическое такое понятие, медицинское. То есть это все идет с точки зрения эволюции, да? Это приспособительная реакция. С точки зрения того, когда наши предки жили, там, охотились на хищников, защищали свое идешь по лесу, видишь тигр, надо то ли бежать, то ли прятаться, сердце бьется быстро, давление повышается, все мышцы сжаты, зрачки расширяются, чтобы лучше видеть. Ну и вот примерно таким образом у нас и закрепилось. До сих пор, и мы вот при стрессе, в общем-то, у нас и зрачки расширяются, и сердце бьется быстрее, и давление поднимается. В общем, все то же самое. Тигра только нет. Ну, вместо тигров у нас сегодня вместо другие животные. Да. Расширять это понятие, да, вот с точки зрения уже психологии. Есть привычные обстоятельства, когда мы что-то делаем, реагируем, а меняющиеся обстоятельства, которые оказываются непривычными, которые так или иначе не соответствуют нашему ожиданию, да, тогда мы демонстрируем реакцию стресса, да, реакцию, которая вот физических каких-то параметрах проявляется, и психологических в том числе. То есть, получается, вот есть у нас, ну, горожанин, например, да, вот он привык жить в каком-то своем ритме, в каком-то своем темпе, и если что-то случается с ним непредвиденное, или то, что он раньше не испытывал, да, в чем раньше не участвовал в каком-то обстоятельстве... К чему он не привык? Да, то есть у него он испытывает стресс. Угу. То есть, например, человек выступает перед аудиторией, там, да, перед большой, и он испытывает стресс. Угу. То есть это как бы так сказать, в привязке к городу, в привязке к большому городу, вот какие здесь стрессовые ситуации у нас получаются? То есть какие основные стрессы испытывает горожанин в большом городе? Ну, исходя, видимо, из жизни города, ну, во-первых, для любого деревенского жителя жизнь в городе – это сплошной стресс. То есть утром встаем раньше, чем обычно, раньше, чем запланировано. Кстати, зима, еще вся природа спит, солнце еще не взошло, человек уже встает, уже звонок будильника. Ну, завтрак пропускаем, человек едет на работу, все едут на работу, все спешат, значит, пробки, красный свет там, и так далее, стресс. Ну и так далее, и так далее. То есть на самом деле стресс подстерегает, видимо, на любом углу. Любому горожанину, да, чем больше город, ну, тем очевиднее стрессов больше. И все это неожиданная обстановка, то есть, ну, ситуация на дорогах, она в любом момент может закончиться каким-то большим или меньшим стрессом, это абсолютно нормально. То есть, ну вот вообще состояние стресса, это вот это именно состояние или это уже болезнь, или вот это предвестник, то есть у него какие-то этапы есть у стресса? Ну, совершенно очевидно, что это там состояние, а если это все переходит в хроническое, да, положение, то тут уже, собственно говоря, медицинские
так сказать, я не знаю, нужны какие-то средства для того, чтобы это преодолевать. Да? Изначально это некое такое ситуативное какое-то, так сказать, явление. Да? Но если это становится хронической какой-то вещью, то, конечно, тут уже... А вообще вот стресс – это хорошо или плохо? С точки зрения медицины стресс – это, безусловно, хорошо, если он длится недолго. Mm-hmm. То есть стресс – это мобилизационное состояние организма. Mm-hmm. Есть фаза так называемой мобилизации, то есть человек мобилизуется, гормоны в кровь вбросились, там волосы встали дыбом, человек готов в бой, и все хорошо. Ну, когда это однократно, скажем так, когда это потом повторяется. А когда человек находится постоянно в таком состоянии, ну вот, собственно, тогда уже начинается, видимо, ваша деятельность, потому что, естественно, резервы организма истощаются. Ну, у кого-то их больше, у кого-то их меньше, кто-то умеет преодолевать, кто-то не умеет, но тем не менее вот физиологические какие-то резервы, безусловно, истощаются. Гормоны заканчиваются, бесконечно повышаться давление не может. Ну и вот тогда образуется вот это вот. Все эти наши заболевания, которые, как считает современная медицина, да, в общем-то, наверное, и психология, обусловлены именно стрессом. То есть такие стрессогенные какие-то заболевания. Группа заболеваний, которые все мы прекрасно знаем, начиная от гипертонической болезни, которая, очевидно, была меньше в 19 веке, и заканчивая язвой желудка, которая напрямую, в общем-то, кроме всего прочего, конечно, ассоциирована со стрессом. То есть хроническим стрессом. Получается, что маленькие порции стресса, они даже полезны для организма. Да? Они его мобилизуют. Да, даже очень полезны. Все герои совершали свои подвиги только в состоянии стресса. Но без стресса никакого подвига не бывает. А вот тогда рядом с понятием стресс всегда стоит понятие депрессия. Депрессия – это следствие стресса? Это затяжной стресс или что это? Ну, боюсь, так сказать, не знаю, как считают психологи, в нашем понятии депрессия – это, возможен один из исходов после стресса, то есть, скажем так, одно из стрессогенных заболеваний. При том же самом хроническом стрессе, если человек уходит в одну болезнь, это, допустим, инфаркт миокарда, там ишемическая болезнь сердца, в другую болезнь и так далее, а в третью болезнь он вполне может точно так же уйти в депрессию. Хотя совершенно очевидно, что депрессия – это уже отдельное заболевание, которых другими характеристиками и так далее. Но следствием стресса, естественно, это может быть. Конечно. То есть они, конечно, связаны, но тем не менее как-то это все-таки разные вещи. Но прямой связи нет, да, нельзя сказать, что это одно, депрессия выходит из стресса. То есть ее может и не быть. Ну что ж, Вадим, Андрей, вот давайте на примере нашей героини Марии постараемся узнать, есть у нее состояние вот стресса. То есть Мария, мы знаем, что очень много трудится. И вот, Мария, расскажи о своем образе жизни. Угу. Ну, я, наверное, один из многих горожан, один из типичных горожан, который работает в офисе. При этом у меня очень большой объем работы. Я общаюсь с большим количеством людей ежедневно. Это и коллеги, и большое количество незнакомых людей, которых я вижу впервые. И стресс, да, он присутствует достаточно часто. Начиная с того, что вот мы сейчас просыпаемся утром, уже темно достаточно на улице, уже меньше хочется вставать, и стресс начинается вот с самого пробуждения небольшой. Потом уже в процессе дня бывают такие ситуации, когда кажется, что ты вроде бы все уже распланировал, и стресса не должно быть, и вдруг что-то случается. И это происходит каждый день, какое-то непредвиденное обстоятельство. Тебе нужно срочно перестроиться и предпринимать какие-то действия для решения вот непредвиденной ситуации. И вот основные такие вопросы, как сделать так, чтобы не нервничать в тот момент, когда что-то происходит, как себя успокаивать вот именно в такие сложные ситуации и настраиваться более позитивно, перестраивать свой организм, чтобы не испытывать этого стресса. То есть вот такой вопрос, каков выход? Я думаю, что тут надо в первую очередь разобрать, что же является стрессогенными факторами. То есть вот из того, что сказала Мария, я как минимум 3 стрессогенных фактора услышал. То есть они уже есть у Марии, да? Во-первых, явным стрессом является утренний подъем. Во-вторых, явным стрессогенным фактором является общение с разными людьми. А общение с людьми – это всегда подстройка под людей. И если ты там с десятком за час разговариваешь, 10 раз надо подстроиться. Да? И третий стрессогенный фактор, который я услышал, он связан с планами, которые нарушаются и которые надо корректировать. Я думаю, что если
задумываться над тем, что каким образом преодолевать вот этот самый стресс, надо вот как-то разделить эти три фактора. Да? Отдельно об одном, о втором, о третьем. А может, там еще 33 фактора, которые вызывают стресс. Угу. Я думаю, это три основные, которые вот чаще всего настигают меня в повседневной жизни. То есть, получается, каждому нашему слушателю, зрителю нужно, во-первых, разобраться в том, в каких, ну, точках, обстоятельствах он испытывает наибольшее напряжение организма, там, поведения, да, сначала их распределить на кусочки и каждый отдельно прорабатывать. А вот тогда вопрос, Андрей, а вот когда вот уже звенит молоточек, то есть при каких признаках уже нужно вот так вот избавляться от стрессов, думать о том, что тебе нужно что-то сделать, чтобы чувствовать себя комфортно? Я думаю, не знаю, как это с медицинской точки зрения, но с психологической у меня такой вот маркер для меня личный и для, я думаю, всех остальных людей. Вот когда кайфа не стало от того, что я делаю, когда я устал и когда мне хочется там, я не знаю, скрыться, убежать, сказать, не делать этого. Идет клиент, с которым мне надо встретиться, а я закрываюсь, убегаю, прячусь, делаю вид, что я его не замечаю. Вот мне кажется, вот это вот уже звоночки. Ну, вот, кстати, один из признаков депрессии, да, то есть утрата удовольствия, допустим, от повседневной. Да. А раньше мне это нравилось, и теперь, в общем-то, мне все равно. Вадим, а вот с медицинской точки зрения, когда нужно уже бить тревогу? Вы знаете, с медицинской точки зрения здесь два обстоятельства. Либо пациент уже получается абсолютно очевидно, что вы, конечно, до нас еще не дозрели, но тем не менее. Вот. И либо пациент обращается сам, но обращается, как правило, все-таки он к специалистам, так сказать, вот психологам, да, если он дошел до них сам. То есть тогда до нас чаще всего они не доезжают, и не доходят, и не обращаются. Либо этот стресс выливается в какие-то формы, как мы их называем, соматические, то есть общеорганизменные. То есть вроде бы как причина-то стресс, вот этот вот офисный синдром, который описали, вот типичный и так далее, а выражается это в наших головокружениях, там, хронической головной боли, внезапные обмороки, потемнение в глазах, ну вот какие-то вот такие проявления, и человек, не зная, ну или там подозревая, или просто вот как бы не веря в то, что причина просто стресс, они приходят к нам, они приезжают к нам на скорой помощи, и мы начинаем разбираться, у нас есть в отделении штатный психолог, вот как раз вот для этого, да, мы начинаем разбираться, и оказывается, что у человека-то кружит голову не из-за остеохондроза, не из-за нарушения кровотока, а именно вот как следствие стресса. Но это такие уже крайние ситуации. То есть для нас-то это рутина, но в общем, я думаю, это что-то крайняя ситуация, конечно. Лучше такого не доводить. Но лучше не доводить, безусловно. У нас есть вопрос, Наталья Хомякова нам написала, кто больше подвержен стрессам, мужчины или девушки, и кому проще его преодолеть? Есть какая-то статистика, может быть, Я не знаю такой статистики по поводу... Я, честно говоря, тоже вот как-то не решусь сказать, потому что нет. То есть это более индивидуальный уровень, да, у каждого, что у мужчины, у женщины проявляется это все очень индивидуально. Ну, скажем так, что касается психосоматических заболеваний, то есть заболевания, в основе которых, как считается, основное место занимает стресс. В более молодом возрасте больше процент таких заболеваний у женщин. Потом эта статистика выравнивается. То есть у женщин сначала это вот, ну, как мы говорим, синдром позвоночной артерии, вегетативные дистонии, какие-то такие симпатоадреналовые кризы, панические атаки. Это больше женщины. А потом где-то после 40 лет, могу ошибаться, после 40 5, выравнивается немножечко статистика за счет мужчин, за счет ранней гипертонической болезни, за счет инфаркта миокарда, ну, такой суровой уже патологии. Но я вот с медицинской точки зрения, то есть кому стресс больше вредит вот именно с таких позиций медицинских, я это имею в виду. А с психологических, если мы подойдем? То есть кому вредит больше? Я уже сказал, что я не знаю такой статистики. Мне кажется, тут в одинаковой степени и мужчины, и женщины. Да. То есть женщин, может быть, это проявляется как-то по-другому в силу их большей открытости. Да, мужчины склонны больше все в себе держать, там, или там, не знаю, водку пить. У женщин это в другой какой-то форме проявляется. Но мне кажется, что и те, и другие подвержены стрессам в одинаковой степени, да, примерно. И все индивидуально. Mm-hmm. Ну что ж, я предлагаю сейчас посмотреть наш традиционный опрос «Утерки». Давайте посмотрим, что думают горожане о стрессе. Здравствуйте, с вами Лена, и как обычно мы собираем мнение утерки. Город – это большая деревня, хотя от такого темпа жизни стресса все больше и больше. Какие стрессы испытываете вы в городе, Ирина?
Вы знаете, очень сложно, когда едешь в пробке, очень много времени затрачиваешь, ну и как бы нервов тоже, и в транспорте душно, и вот это все в совокупности вот создает вот такой вот дискомфорт какой-то. Ну вот так вот. Ну приходится все равно как-то терпеть это все, что делать. Спасибо. А какие еще стрессы испытывают наши горожане, мы узнаем прямо сейчас. Ну, во-первых, шум. Большое количество, как говорится, людей. Вот это. Ну, когда более спокойно. Ну, так думаю, вот эти в основном две причины. И отсутствие зелени. Все-таки зелень – это успокаивает человека. Поэтому думаю, чем город будет больше в зелени, тем будет меньше шума, пыли, грязи. Вот это и стрессов и не будет. Человеку надо стремиться к тому, чтобы, ну, не знаю, узнавать постоянно новую информацию, быть в курсе новых событий вот таким образом. И когда человек что-то не знает или не в курсе чего-то, не знаю, он испытывает стресс. Из-за больших нагрузок на работе, из-за большого аврала, и из-за спешки, из-за этой всей суеты мегаполиса. Это пробки, конечно же. Ну и общая загазованность, задымленность. У меня, говорю, никаких таких не возникает, как вы спрашиваете. Стресс и тому подобное. Я смотрю немножко через другую призму на этот мир. Вот очень хорошее сейчас мнение было. Молодой человек сказал, что он не испытывает стресс. А вот есть люди, которые вообще не испытывают стресс. Это ведь хорошо, вот не париться, там у тебя все ничего не возникает, давление не повышается, зрачки не расширяются. Или это невозможно с точки зрения физиологии? Ну, это очень маловероятно. То есть каких-то внешних проявлений, может быть, нет. Может быть, с точки зрения своего, ну, действительно, взаимоотношения с миром, как сказал вот последний молодой человек, у него действительно как-то это все проявляется в стертой форме, но нельзя не испытывать стресс, живя в городе, допустим, в нашем Екатеринбурге. Присоединюсь, да, то есть это какая-то иллюзия, хотя, конечно, есть разные темпераменты там и разные способы совладания с ситуациями, но стресс, он все равно есть. Вот стресс называют, раньше называли чумой 20 века, сейчас называют чумой 21 века, да, то есть и сложилось такое мнение, вот насколько оно верно, что все болезни от нервов, да, все болезни от стресса, насколько оно верно? Ну, безусловно, не все болезни, вот я начал говорить и с удовольствием продолжу, что есть болезни, которые прямо вот четко ассоциированы с стрессом, да, то есть так называемое стрессогенное заболевание или психосоматическая патология. Ну, традиционно это вот такая триада, иногда там 7 болезней упоминают. Безусловно, это гипертоническая болезнь, конечно, это ишемическая болезнь сердца, которая зачастую заканчивается инфарктом миокарда. Конечно, это язвенная болезнь желудка там и так далее, и так далее. Вот. Но в основе любой патологии, ну не любой, наверное, не любой. Конечно, есть и генетические какие-то заболевания и так далее, но на течение любого заболевания, конечно, стресс оказывает как в большей или меньшей степени, ну, скажем так, давление, воздействие какого-то. То есть под влиянием стресса заболевание может обостриться, любое абсолютно, аллергия, бронхиальная астма, пожалуйста, сколько угодно таких случаев. Под влиянием стресса может дебютировать это заболевание, которое бы в нормальных условиях, может быть, себя не проявилось. Ну, вот, в общем, большинство заболеваний, наверное, так себя и ведут, конечно. А если с психологической точки зрения? Мне кажется, тут был исчерпывающий ответ, да, про поводу болезней. Ну, я думаю, что, конечно, есть преувеличение в фразе «все болезни от нервов» какое-то, да. Но вообще совершенно очевидно, что многие наши болезни, они так или иначе обусловлены стрессом. К нам пишет Сергей Яковлев. Мы сейчас плавно через его комментарии переместимся к теме о том, как бороться со стрессами. То есть вот он пишет: пробки, шум, злые продавщицы, он еще указывает. А он спрашивает, как побороть накопившуюся злость. То есть все равно же один на другой факторы накладываются, да, если человек вовремя с этим не разберется, получается, у него-то что-то выливается. То есть вот в злость, агрессия, она очень присуща нашему обществу сейчас в большом городе. Как с этим бороться? Лучше, конечно, до этого не допускать, не доводить, соблюдать скоростной режим и ехать со скоростью потока.
и не лезть как-то так вот куда-то там в какие-то открывшиеся дырочки, не нервничать по этому поводу. Но если уже возникает стресс, возникают вот какой-то уже неконтролируемой реакции, да, то здесь надо в первую очередь, ну, не знаю, физически успокоиться, физически. Да, то есть, я не знаю, там, подышать, лечь в теплую ванну, не знаю, покурить. Хотя, конечно, может, это не политкорректно, да, но вообще, собственно говоря, известны седативные свойства табака. Да, вот. Но это если вот какая-то там сиюминутная ситуация, вот сейчас вот ты не можешь с этим справиться. Ну а если это хронически, то здесь уже нужны какие-то совершенно другие меры, связанные уже с планированием своего времени, с какой-то настройкой, психологической настройкой на то или иное действие, да, на то или иное взаимодействие с людьми, с которыми приходится взаимодействовать, ну и так далее. Мария, может быть, вы дадите пару советов. Вот бывает, да, там моменты, когда ну реально очень все надоест. Вот в такие минуты вот как ты расслабляешься? Как ты вот приходишь в себя? Ну, во-первых, в первую очередь это дыхание. То есть ни для кого сейчас не секрет, наверное, что существуют различные способы медитации. Ну и самые простые можно использовать на работе. Это просто вдох через нос, выдох через рот. Там три раза сделаешь. А как относится к этому? Ну, я это стараюсь делать бесшумно и не очень заметно. И действительно, сделаешь так три раза, и мозг сразу расслабляется. Мысли переключаются, это помогает. Вот. А больше других каких-то вариантов, ну, вот так успокоиться и планомерно решать каждую задачу. Распланировать для себя, даже если что-то в данный момент еще пришло новое, что срочно нужно сделать. Разложить все по полочкам и начать делать постепенно. Только так. Мария, вот у тебя бывает день, когда ты вот абсолютно ничего не делаешь. Вот должен же все-таки человек отдыхать, и вот именно в этот день, ну, назовем его условно день овоща, да, когда ты ничего не делаешь, лежишь на диване, там, смотришь телевизор, просто кушаешь, и абсолютно даже ни о чем не думаешь, не раскладываешь по полочкам, потому что это тоже внутренняя работа. Нет, такого у меня не бывает. Ну, может быть, это было года 2-3 назад, что я целый день провела выходной дома и никуда не выходила, ничего не делала. Или только там в состоянии какого-то недомогания, болезненное, что крайне редко, а так нет. Есть такое понятие «стресс выходного дня», когда что-то делаешь, 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 а потом вдруг раз и ничего не делаешь. То тогда настигает опять же стресс. То есть получается, что стрессы постоянно постерегают везде. Ну вот, Андрей, вот с вашей точки зрения, нужны нашим горожанам вот такие дни, когда вот ничего не нужно делать вообще? Вот намеренно отдохнуть от всего? Надо просто планировать. Если мы спланировали выходной или спланировали какой-то отдых в течение дня, да, и мы можем там действительно там чем-то заняться или расслабиться в этот момент. Да. Но ведь почему стресс выходного дня возникает? Да, потому что вроде бы как я реально отдыхаю, а голова-то работает. Работает. А если я не спланировал этот отдых, если он вдруг как-то возник, да, голова постоянно работает, и поэтому, собственно говоря, смысла в этом отдыхе никакого нет. То есть я вот очень присоединюсь к тому, что говорила Мария. Мне кажется, что один из основных вообще каких-то механизмов избавления от хронического стресса – это хорошее планирование своей жизни. Не работы, а именно своей жизни. Если я хорошо планирую свою жизнь, то, собственно говоря, я не испытываю уже какого-то напряжения и какой-то… То есть все идет по плану. И даже те обстоятельства, которые нарушают мой план, они тоже могут быть запланированы. То есть и в этом отношении, опять же, к этому относиться спокойно. У меня просто есть хороший пример. Ничего, если я расскажу. Да, конечно. Однажды на тренинге группа была в основном молодая, участники тренинга. И среди участников был один уже, ну, очень немолодой руководитель, директор завода одного из областных. И в ходе одного из упражнений, такого во многом диагностического, я как-то определяю, у кого цейтнот, у кого не цейтнот в жизни. Вот все молодые, все сплошь цейтнот. Да. А вот этот вот уже в возрасте человек, для него оказались
все дела, которые он делает, все неважные, какие-то такие несрочные, он никуда не спешит, там, и вроде бы как, ну, вроде как порадоваться на него, за него надо, но на самом-то деле печально было вообще как-то с ним разговаривать, и ему печально было, да, потому что в конце концов он настолько устал за свою многолетнюю жизнь от этого стресса, что для него все перестало быть важным. То есть вот это как раз результат хронического стресса. И если вот еще в молодом возрасте начинаешь планировать и начинаешь каким-то образом свою жизнь организовывать, да, чтобы не было вот этого цейтнота, да, то тогда, собственно говоря, есть возможность в конце жизни не потерять интерес к этой жизни. То есть нужно поставить цель, да, грубо говоря, сделать под нее план и следовать четко этому плану. И не бояться того, что этот план может меняться. Самое главное. Представляете, какой стресс будет, если план не осуществится, а к нему шли. Да, это уже... Ну, это очень тяжело. Ну вот, так, хорошо. У меня к вам вопрос, Вадим. Вот в фармакологии есть какие-то революционные прорывы? То есть, да, все равно нервное расстройство, наверное, лечится каким-то образом именно фармакологическими средствами? Да, конечно. То есть, есть огромная, ну, просто вот перечень препаратов, которые можно применять, ну, скажем так, вот именно в качестве повышения стрессоустойчивости с одной стороны или в качестве борьбы с какими-то неврозами, следствиями стресса психологическими, неврологическими с другой стороны. Всегда достаточно сложный вопрос, человек дозрел до медикаментозной терапии или не дозрел. Это очень серьезно. То есть, если человек приходит к сам, и приходит причем не к психологу, а сразу же к неврологу, в поликлинику, там, в частный центр, неважно, на какой-нибудь прием, и сразу говорит: доктор, пропишите мне таблетку для того, чтобы я был спокоен. Ну, то есть, очень такая обычная, обыденная, каждодневная ситуация для любого невролога. Вот. Иногда смотришь, что человек действительно не дозрел до препаратов, советуешь специалистов, так сказать, коллег, психотерапевтов, психологов, но чаще всего действительно выписываешь препараты. Что касается революции, ну нет, наверное, не произошло. Нет. То есть препараты по-прежнему делятся, ну, очевидно, так сказать, если очень сильно упростить, по силе действия, силе воздействия, да, то есть это начиная от пищевых добавок, от безрецептурных препаратов, которые в аптеке спокойно может посоветовать даже вот фармацевт, значит, к которому придет, дайте мне что-нибудь от стресса, вам легко дадут какой-нибудь препарат, который можно, так сказать, вот. Ну, либо это препараты, которые сейчас достаточно серьезно выписываются на специальных бланках, на специальных рецептах. Сказать, что какая-то революция именно вот в последние там, 10-20 лет произошла, конечно, нет. Это либо те же самые антидепрессанты, это либо те же самые, ну, грубо говоря, успокаивающие препараты различных механизмов, меньше побочных эффектов, там не вызывают привыкания, можно их принимать за рулем. Все это да, но тем не менее, грубо говоря, это химическое, такой химический зонтик, да, то есть вот, который замедляет, ну, грубо говоря, замедляет реакции, в частности, замедляет стрессовые реакции. То же самое, что было раньше, что стало Но сейчас. Эти средства, получается, уже в крайних случаях, да, нужно употреблять и только по рекомендации врача? Ну, это безусловно по рекомендации врача. Я ничего не могу сказать плохого про препараты безрецептурного ряда, которые там, ну, некоторые просто их покупают, я уж не буду называть конкретные препараты, покупают в аптеках, держат в сумочках, если что-то такое нет. Да нет, конечно, наверное, нет. Вот. Но тем не менее, если что-то, если каким-то образом, ну, это ведь по большому счету нет большой психологической разницы потянуться за сигаретой и потянуться за таблеточкой, ну, не знаю, озвучь там глицина какого-нибудь, да. Вот. Примерно то же самое, глицин менее вреден. Ну, сигареты, наверное, более приятно, не знаю, не курю. Вот. Ну, вот ничего в этом плохого нет, психологическое привыкание, очевидно, есть. Такого серьезной какой-то зависимости, конечно, с этих препаратов не будет. Что касается всех рецептурных препаратов, и те, которые вот условно рецептурные, конечно, это только после консультации врача, безусловно. То есть никаких покупок чревато и привыканием, и там каким-то извращенным механизмом действия, то есть чем угодно. Конечно, это, в общем, серьезная такая сейчас проблема. Мария, а шоколадки, зефир, мармеладки как-то помогают тебе бороться со стрессом? Ну, я не думаю, что они помогают бороться мне именно со стрессом, но они однозначно могут поднять настроение. Если съесть там кусочек шоколадки или целую шоколадку, настроение улучшается. Есть такое. А вот в плане стресса, ну, не знаю, наверное, это что-то наподобие
Ну, это в принципе описано, что именно шоколад, вот именно продукты какао, да, они способствуют, ну, скажем так, и профилактике стресса, это серьезно имеет под собой фармакологическую, биохимическую основу, что именно шоколад. Значит, ну, что ж, все верно делаю. Ну что ж, друзья, от стресса нам никуда и никогда не убежать. Самое главное, если мы будем действовать советом наших сегодняшних профессионалов, поставить цель, спокойно относиться к стрессам, ко всем неурядицам в жизни, да, выстроить определенный план, иногда баловать себя шоколадками, ну, лучше не баловать себя лекарствами, сигаретами, то, ну, в принципе, можно. Самое главное – это внутренний контроль все-таки. Внутренний контроль и направление, то, куда вы идете. С вами были «Мелочи жизни». Не забывайте, мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.